Всем привет, меня зовут Тимур Асланов, и я приглашаю вас пройти обучение в пиар-школе журнала «Пресс-служба» на втором модуле для специалистов, которые в профессии уже не меньше 3 лет и хотели бы повысить свою квалификацию в некоторых вопросах и прокачать определенные навыки. Мы будем учиться делать практические задания, общаться, обмениваться опытом. Вести всю программу буду я, и на некоторые тематические блоки я планирую приглашенных спикеров, чьей экспертизе я, безусловно, доверяю. Мы поговорим про работу в информационном поле, углубленно поговорим про стратегию продвижения, про инфоповоды, про их конструирование и про имитацию, активно позанимаемся написанием пиар-текстов, не релизов, а более интересных форматов, статьи и заметки непосредственно для читателей, экспертные колонки, пиар-интервью и тексты для продуктового пиара. Детально проработаем подготовку речей для спикера, умение выступать публично и умение обучить этому своего руководителя, навык общения с журналистами и ответов на сложные каверзные вопросы, подготовку ключевых сообщений для конкретных выступлений и для пиар-компании в целом. Поговорим про повышение личной эффективности пиарщика и про то, как успевать делать больше. Рассмотрим вопросы персонального брендинга. На новом уровне разберем специфику построения коммуникаций в кризисных ситуациях, поищем способы продвижения при минимальных затратах. Поговорим в целом о специфике работы современного пиар-специалиста и о том, на чем сегодня имеет смысл делать фокус, чтобы добиться максимальных результатов. 5 дней интенсива для опытных пиарщиков. 5 дней активного общения со мной и коллегами по цеху. 5 дней драйва, позитива и поиска идей. И в завершении диплом и мощный мотивационный заряд. Это больше, чем просто учеба. Приходите на 2-й модуль пиар-школы журнала «Пресс-служба».